После того, как вы посмотрите это видео, обязательно переходим по ссылке в закрепленном комментарии. Там вас ждет видео «Один день из моей жизни». Так, пацаны, короче, плюс контент. Новосибирский провансаль у меня здесь. Вот, кто проигрывает, тот делает себе прическу, укладываясь майонезом. Балдежно, пацаны! Окей. Провансаль, новосибирский, окей, все. Какой балдеж? Да не режь меня, подожди, смотри, какой у меня керамид голд. Смотри, какой у меня классный голд. Смотри. Я не буду с тобой больше общаться, все! Не буду я больше с ним общаться. Стоит, крутит, керамид голд, ты офигел! Я не буду с тобой больше общаться. Все, отойди от меня, я сказал. Разбирка 10 секунд, я вот в угол встану, все. Хочешь халявную 1000 голды? Получить ее проще простого. По ссылке в описании проходит розыгрыш 100 тысяч голды. Будет 100 победителей, поэтому у тебя очень много шансов. Розыгрыш проходит от GG Standoff. Ты спросишь, что такое GG Standoff? Самый лучший дроп только на GG Standoff. Снова выбил нож изи на GG Standoff. Самый быстрый вывод только на GG Standoff. Я зашел и окупился на GG Standoff. Крутанул барабан, выпал бонус, о май гад. С промокодом все и два, познал кейсов мастерства. Самый честный это да, куча ножей ждет тебя. В описании зайдешь, открыл кейс, выбил нож. Ссылка и промокоды на крутой дроп ждут тебя в описании. Просто плюс контент, чуваки. Как я люблю такие неожиданные моменты, просто капец. Погнали, дигл мастер, как всегда, чуваки, как всегда. Красиво с дигла сейчас сделаем, оформим. Погнали, получается, погнали. Явно он сейчас будет аккуратно играть, он не будет, типа, идти на раш. Да что такое? Да как не летит-то, а? Во, полетело, хорошо. Да... Блин, ну как так? Так, все, хорошо, значит, дигл, да, он берет? Ну, пускай на дигле, ладно, дам ему фору. Я уже чувствую, как он намазывает себя мазиком. Блин, я не хочу майонез мазать. Хорош. Вантапик. Хорош! Какой нак... Че за фигня там всплывает в левом углу? Я не понял, что за... кто там вышел? Я думал, это он вышел, и давай проверять, это не он вышел. Нафиг сюда заходит? Кто сюда заходит вообще смотреть или что это такое, блин? Ага. Максимально... Опа. Он меня видел. Хорош. Подловил молодого... Ну, не молодого, деда же все-таки. Не пуш его, не пуш. Я не собираюсь его пушить. Я думал так. Боже, господи. Да молчи, Дэн, все, молчи, пожалуйста. Да нет. Да вантапы, ну где же вы? Хорош, попал один раз. Ну хорошо. Видел. Чё? Что? Что? Подожди! А как же диффузить? Заныкался, что ли? Он спрятался, что ли? Пацаны, он спрятался? Это просто жопа! Это просто жопа! Я вообще ничего не могу против... Да блин, хоть... Хочу сасный вантапик дать. Но я же умею. Все, давай. Да блин! Вантапик утерпел! Тихо. Там стой, братан. Да я понял, я понимаю, я не стою нигде, я не знаю, где он просто. Из какой жопы вылезет, я просто не знаю. Вон он.
Все, видел. Давай, давай, давай. Да в смысле? Да как? Ну, что ты разучился играть с дигла? Капец. Просто капец, разучился. А, все, верю, пушить нельзя, это точно. Фух, убил. А почему с диглом? Он надо мной издевается, пацаны, я вам отвечаю. Он просто ходит нафиг и с диглом бегает, понимаете? Он просто с диглом постоянно. Да нафиг этот дигл вообще нужен? Деда играть умеет хорошо просто. Да, блин, ну, а может зря я ВМ взял? Не, не зря. О боже. Он авапу взял? В смысле он авапу взял? А чё это он взял авапу? Чё, всё? Без авапы не? Пойдёт. А, блин, ну я его увидел поздно. Так, пацаны, теперь чат. Пишите мне, с какого оружия мне его убить. Быстро, прямо сейчас пишите, с какого оружия мне его убить. О, нож. Ебой! Майонез не хочу мазать. О май гад, я же уже взрослый дядька. Какой нафиг майонез? Я же блусею. Тихо! А-а-а, он здесь! Не, подождите, а тут сорбонат натрия, калия, бензазат, какой-то краситель, каротин, может содержать продукты переработки молока, уксусная кислота, я не облысею! Тут только полезная-то вода с сахаром и желток, по-моему. Остальное здесь вообще жопа. И на этом все. Больше здесь ни хера нет. А какую прическу? Какую прическу? Хорошо. Хватит? Я думаю, хватит. И ракет, братан. Короче, я наушники снимаю, потому что это все-таки HyperX, между прочим. Ла-ла-ла. Мадин-дин-дон. Не, а слушай, а мне идет вообще-то? Может вот так? Мафиузик. Короче, челлендж до конца стрима в майонезе, блядь. А мне еще стримить полтора часа, а нет час. Вот не стыдно тебе издеваться над стариком? А если инфаркт? Если жена со скалкой зайдет, скажет, продукты, а завтра что, до морозилки дойдем? Завтра, короче, сторис в этот, скупаю продукты на стрим для Вилли, делаем салат, блядь.